Газпаща – очень перспективный район, друзья. Кто захочет просто через 2-3 года, чтобы получить доход, друзья, чтобы ваш недвижимость, чтобы дорожал очень сильно, это Газпаща, друзья, потому что здесь есть наш новый, любимый аэропорт, друзья, для Алания, для развития город. Очень важно это район, друзья, район Газпаща сегодня с вами будет. Здесь есть один инвестиционный проект, здесь есть один очень красивый, как по-русски, не знаю, грандиозный, да, можно так сказать? Как? Грандиозный. Грандиозный проект, друзья, скоро с вами будет очень интересный проект, пока на стадии стройка, пока первый прайс вы можете использовать беспроцентная рассрочка, можете выбрать видовые квартиры. Так что это все расскажет моя коллега Витана вам, друзья. Так что, друзья, сейчас мы именно пляже находимся. Пляж в районе Газпаща очень длинный, широкий, красивый пляж. Здесь природа отличная, здесь экология чистая, друзья. От Алании буквально 30 минут ехать, недалеко, друзья. Так что просто Газпаща мне всегда нравится. Мы сами тоже как-то в воскресенье летом сюда приезжаем. Каждое воскресенье с семьей время проводим. Здесь кухня очень хорошо в Газпаща, друзья. Турецкие традиционные национальные кухни тоже здесь очень красивые. Еще здесь рядом есть в Газпаще очень много рыбных ресторанов, друзья, действительно. Развивающий район, интересный район, район Газпаща сегодня с вами, друзья. Так что, друзья, скоро будем, Украина, Днепр будем, Киев будем и Харков будем, друзья. Если из Украины кто-то нас смотрит, друзья, мы можем с вами встретиться и поговорить индивидуально, как можно свои деньги выкладывать в турецкую недвижимость и как можно доход получать через турецкую недвижимость, друзья. Мы с вами, Украина, индивидуально можем встретиться и поговорить более подробнее, друзья. Так что для индивидуальной встречи вам нужно просто записываться. Хорошо? Договорились, друзья. Давайте теперь поедем на стройку. Там еще продолжаем. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Витана. Я сегодня хочу вам рассказать про замечательный проект. Мне кажется, он на сегодняшний день эксклюзивный, с такой инфраструктурой, с таким большим земельным участком. Площадь земельного участка 6000 квадратных метров, и всего лишь один блок будет на этой территории. Обычно застройщики на такой территории умудряются возвести три блока, а здесь будет всего лишь один блок. На территории будет большой плавательный бассейн, игровые детские площадки, красивые сады с цветущими деревьями. В общем, можно будет гулять, не выходя за территорию жилого комплекса. Сейчас мы находимся в офисе продаж. Здесь можно посмотреть планировки, рассмотреть 3D-фотографии. Наши коллеги расскажут более подробную информацию о проекте. Хочу также рассказать про то, что в комплексе будет необычные квартиры. Это квартира со своим выходом в сад. Есть планировки 1+1 с большой территорией. Также будут планировки обычные 1+1, 55 квадратных метров. Также будут квартиры планировкой 2+1, их будет два вида. Одна 112 квадратных метров, вторая планировка 103,5 квадратных метра. Ну и, конечно же, на верхних этажах будут квартиры дуплексы. Чай, чин, ты еще кюрадри? Также немножко про инфраструктуру комплекса. Будет входить открытый плавательный бассейн, закрытый плавательный бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, детские игровые площадки. Этот проект прекрасно подойдет для тех, кто хочет приобрести квартиру в рассрочку, то есть не нужно оплачивать всю сумму сразу. Беспроцентная рассрочка до конца строительства, а именно до декабря 2022 года. То есть осталось ждать всего лишь год.
Ну, немножечко про сам район Газипаша. Газипаша является развивающимся районом, перспективным районом. Здесь находится аэропорт, все о котором, наверное, знают. Он является на сегодняшний день уже и международным. Мы надеемся, что будут летать рейсы из таких стран, как Украина, Казахстан. Россия уже летает. Напомню, что расстояние до моря составляет 1900 метров, то есть это пешком примерно 18 минут, до центра города буквально 10 минут. И также хочу напомнить про то, что мы будем в самое ближайшее время в Украине, поэтому, Украина, записывайтесь на личные встречи, будем рады вас видеть. Ну а теперь я передаю слово Асмею. Ну как вам, друзья, понравилось? Интересный проект, инвестиционный проект, самый главный, друзья, в районе Газипаша, друзья, где есть аэропорт, перспективный район. Друзья, есть на продаже 1+1, 2+1, 3+1. Если вам нужна более подробная информация, вам нужно просто к нам обращаться индивидуально. Так что рядом есть еще колледж, школа есть, друзья. Отсюда недалеко, 100 метров. Рядом есть продуктовый магазин, ресторан, кафе, банк. Центральная улица здесь рядом, друзья, недалеко. Так что, поэтому, друзья, место расположения отлично, друзья, особенно на будущее, это середине Газипаша, друзья. Так что Газипаша, как-то Газипаша у меня совсем другой эмоция. Я очень люблю эти районы, друзья. Изначально, 5 лет назад, 8 лет назад, всегда меня привлекал этот район, друзья, потому что здесь есть перспективы, есть здесь природа красивая, есть здесь очень интересный, хороший пляжи, друзья, дикая природа. Отсюда, если вы 11 километров едете, там есть очень интересная пещера, есть еще очень интересное такое интересное место, природа, друзья, историческое место здесь, очень красивое место, действительно. Район Газипаша, совсем отдельная республика в городе Алане, друзья. Так что проект именно для вас подготовили такой проект, друзья. Так что, друзья, как вы знаете уже, мы будем скоро, где оператор? Украине. Украине будем. Какие города? Город Днепр. Днепр. Харьков. Столица. Еще? Столица Украины. Столица Украины. Киев будем, друзья. Если из вас кто-то захочет с нами встретиться и поговорить индивидуально, как можно свои деньги выкладывать, инвестировать, друзья, именно в Турции, в городе Алане, либо Мерсин, друзья. Если есть у вас куча вопросов, можем с вами обсуждать, друзья. Так что, молодцы турки, да, работает. Работа кипит, друзья, работа кипит. Иногда ко мне обращают некоторые люди, друзья, очень странно. Работу найти вообще... Самое главное – желание. Если вы находитесь в Африке, или Америке, или Турции, если есть желание, всегда найдете. Иногда к нам обращаются люди, приходят, в первую очередь спрашивают, какая зарплата, какой наш интерес. Здравствуйте. Вам нужно сначала себе заказывать, кто вы такой, правильно? Надо себе сначала доказывать, так-то будет. У вас все хорошо, друзья. Сначала, кто вы такой, надо себе показывать, потом уже посмотрим. Так что, друзья, всем желаю счастья, удачи. Берегите себя. Всем из Турции, из Алани большой привет, друзья. Я вас очень люблю и уважаю. Пока-пока.